Оу, май. Я сексуально это сделал, как ты мне сказал? Ну, не так. Оу, май. Так можешь, не? А губы облизывать? Да-да-да, облизывай губы и там, знаешь, так... Оу, май. Хищника, взгляд хищника сделай. Давай. Делаешь, не? Да-да, делаю. Ага, я ж просто не вижу. Оу, май. Ну шо, может Кика на? Угадай. Да не, с этим завязываем, да. Ребят, ну Тик вышел раньше, чем должен был выйти. То есть этот скин должен был появиться еще 19 числа, появился сейчас. Так, Ребзи, посмотрите. Слушай, на самом деле я хочу сказать, что скин на Тика, краб, намного круче этого зимнего, нет? Прям не крабик понял. Вообще... Ну крабик вообще прям лютый, да я не знаю. Да ты сейчас поиграешь. Вот, пацаны, давайте в комментах напишите, какой. Ай, блин. Не, ну, не, они тематические, давайте не будем их сравнивать. Вот, этот прикольный летом, потому что крабик под пивко классно, а вот этот зимой. Да, мы нормально нашел. Давайте его возьмем. Блин, какой он классненький вообще. Так, разыгрывать его, не разыгрывать. Слушайте, я, наверное, не буду его разыгрывать по той причине, что у нас еще длится конкурс на Байрона. Ребятки, а Байрон у нас стоит 350 гемов. Зачем нам разыгрывать 80 гемов, если мы разыгрываем 350 гемов? Так что мы еще его не разыграли, поэтому участвуйте. Все, что надо сделать, повторяйте за мной. Лайк. Подписка на канал. Переходим в мой инстаграм. Подписываемся на него. И вот под этой фотографией пишем сообщение. Я не знаю, ну какое-то поздравительное сообщение. И в конце, что ты участвуешь в конкурсе. И все. А, ну еще на Серегу Аурома тоже подписывайся. Он спонсор. Вот. И мы разыграем по 350 гемов. Ты сам решишь, покупать тебе Байрона, покупать тебе Тика. В общем... Участвуйте, я думаю, что завтра будем выбирать победителей у меня на стриме. Поэтому залетаем, вот, и забираем подарки. Так, ну что? Ха-ха, будем апатика на 35 ранге или ну его? Это ты у бустеров спроси, брат. Не понял. Не понял. Они не онлайн. Блин. Так, давай, пошли, бустер. Пошли. Так, что у нас, что у нас есть интересное поиграть именно? Кстати, у Аркула этот скин был еще год назад. Если вам интересно, я ссылку на него оставлю в описании. Перейдите на его канал и посмотрите, в смысле год назад был этот скин. Но там, там интересная эта история. Там он объяснит. Да, обязательно. Пояснит за вот этот... Так, ну реально год назад, я без рофлов сейчас. Так, ну погнали, шо, посмотрим. Не, слушай, играть на таком скине без зимы, это вообще... Слушай, какая тут тактика? А что мы делаем? Мы слева! Ой, а я смотрю налево и не понимаю, что происходит. Ты теперь слева, а был справа. Да, представляешь? Тихо, о, Мортис. Отлично. Слушай, ходи, прикрывай меня от Мортиса, я чё вообще... Да подожди, отличненько. Тихо. Опа. А, ну все, меня убили, блин, блохатый, блохастая. Тихо, где мы там? Мы тут, да? Так. Давай, закидывай их, брат, тихо. Опа. Закидывай их, брат, тиком. Да. Давай, давай, да. Я тебя хилю, давай. А, я не Байрон, сорян. А как ты меня хилить? Не знаю, мысленно. Если мы проиграем, то все. Это поражение. Да? Так. Гениальная фраза, брат. 17-17, ничья. Закидывай их. Они так я закидываю. Могут... Так сейчас Мортис к нам, ты, Паша, зачекай, лови. На. Дурак. Брат, ну зачем ты отдал им 3 звезды, пошел? Ну что такое? Додик, блин, забей. Такой пошел, мы выиграем. Не, пойду я отдам им звезды. Да я им фору даю, блин. Нам надо ульта, чтобы если что, Мортиса... Мортис отлично, ушли. Отлично, отлично, мы выиграем. Стоим, тихо. Стоим, главное, чтобы ты на ульте не убежал к ним, да. Не-не, я на ульте к ним. Да-да-да. Это ты на ульте. А, ну все, я понял, сарказм просто, я додик. Ну, да. Недавно ты был додик, сейчас смотри. Оп-оп-оп-оп, полетели.
Давай. А как он? Да Мортиса хотел убить. Что там, 28? Брат, прикрывай меня, брат. 30-28. Нет, так куда-то пошла, Нита! 30! Где Нита? О, Нита жива! Да! Обалдеть, вот смотри, это да. Опа, пошла жара, на те. Все, убил, брат. Брат, прикрывай, крой меня, крой. Прикрываю. 34, одна звезда. А у них синяя, прикинь. А синяя считается как звезда или нет? Синяя считается, да. Если ничья, то они побеждают, по-моему. Блин, ну тик, конечно, классный. Давай все это зимнее включим. Он кража подарков, допустим. Что у нас? Давай, зимний отель. Зимний отель. О, есть еще зимний давай отель. Давай возьму что-то зимнее. Вот Ниту зимнюю возьму. Например. Давай возьми на том, чем играть умеешь не как нуб. Вот. А так, в принципе, без разницы. Слушай, давай еще награда за... Не, давай миксанем подарки, конечно, да. Подарок. Ой, Ниту. Ай, вообще классный. Я хочу новый. Да я не знаю, как она сейчас... Ребзи, у меня еще зимняя форма скоро подъедет. Там просто... Там вот то, что мы вначале даже больше было. Ты видел меня, когда я у тебя в ролике кривлялся, меня в ТикТок нарезали. Не, ну такое невозможно, чтобы меня в ТикТок не нарезали. Так. А ты что, не видел, как я у тебя в ролике кривлялся? Нет, конечно же. Нет? Да видел, конечно, в смысле его монтажа. И что? Сидит там пацан молодой, кривляется. Опа, и шо, нормально. Ты такой, так что, а что делать? Подарки воровать. Да, мы тут просто файтимся друг против друга. Ничего, сейчас. Сейчас. Тика, кстати, бафнули, да? Тика ж бафнули. Блин, моя голова улетела. Я ульт набил, сейчас будет. Так. Я, конечно, не сильно удобно. Да, нахер ты ее взял, вообще понятия не имею. Так. Ну, по пикам мы шарим, да. Ну, так. Надо выиграть, иначе проиграем. Ты Асана переслушался, да? Блин, почему нам не засчитывают победы? Брат слева проходит, Джесси, куда-то. Куда ты идешь, молодая? Не пройдешь. Опа, пошли. О, Арткул пришел. Сейчас я ролик запишу. Или как тебе, Арти? Он, кстати, канал продал. Сегодня там... Не снимает. Ну, оно его взломали, да? Тебя взломали? Я смотрю, у тебя там новости. И он про... продал взломанный канал? И ты продал взломанный канал? Не, ну ты, конечно, гений. Еще тот чертяка. А чем мы стоим просто? Мы ничего не можем сделать. А чем-то это сегодня чем-то закончится, нет? Я не знаю. Слушай, ну... подхиль меня, подхиль. Да, брат, я бы хильнул, если бы ты... Что? Ну, если бы ты, да. Так, Артём, бери пока коптер, он собирает там какой-то чемоданы. Знаете, куда мы сейчас едем, ребята? Мы едем снимать вам дачу, что произошло на даче за 2 месяца. На лайв-канале залетайте, смотрите, я вам покажу, что мы построили. Что там будет, вы просто лицо с рукой перепутаете. Ты вначале сказал, мы едем снимать вам дачу, типа арендовать, да? Да, приедете, будете на... А чё я в левом углу тусу? Я думал, зашели весь... Я без понятия, что ты там тусуешься. Я закиду медведя, стань у пацанов, он бегает где-то, непонятно. А такое возможно, да, что... Так они сейчас... Шеня, дурочка! Подарок на место! На место, пацаны! В смысле? Да в смысле? Они подарок забрали. Понимаю. Шеля, ты не могла ультануть раньше, блин, чтобы она не дотянулась даже до подарка? Ну ладно, она не слышит все равно меня. Так, окей, нормальная катка, значит, берем зимний отель. Выходи из боя, поединка. Капец, мне тут запросы кидают сейчас. Опа. Ребят, для вас бесплатно Тик, для вас бесплатно Барен, для вас бесплатно Эдгар завтра. Все, что надо сделать, просто поставить лайк и подписаться на канал. И завтра у всех моих подписчиков будет Эдгар в магазине. Да ладно. Отвечаю, бро. Подпишись и увидишь. Серьезно, завтра. Да? У каждого. Стопроцентная победа в конкурсе, да. Ты нажмешь сегодня, я готов. Кого мне взять, скажи? Любого, скажи, кого взять. Ну, брат, ну... Любого, скажи. А кого ты хочешь? Ну, к любого. Хочешь, Пенни возьму. Хочешь, не знаю, кого хочешь, скажи. Какая там карта? Сейчас я посмотрю на карту. Так. Давай, вот если что, чтобы ты пик составил. Ты ж пикосоставляльщик. Пчелу, Брока, Карла, либо Пайпер. Либо кольта. Ну чё, кольта так кольта. А чё за скин? Убери скин зашкварный, возьми. Да? Возьми зимний.
зимний, это вот этот. Все, погнали. Так, а что тут мне по старке? Не, давай я возьму на дальность. Все, погнали, брат. Все, будем сейчас разрывать. Надеюсь. Да, будем. Да, ребятки, участвуйте в конкурсе. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на ТикТок, на Фейсбук, на Твиттер, ВК. А, Бонани. Унайн. Опять Шелли. Я не пойму, кто у нас где будет. Они взяли Мортиса, думают, что... Блин, у них будет Нани, Бо, нас... О-бо-бо. Не, у нас конченый пик. Забей, нормальный у нас пик. Я он уже разрушил им танцы. Все нормально. Они рассчитывали на что-то, но у них так не получится. Смотри. Да? Да, брат. Отличная игра. А, так я могу, я же могу накидывать им. Да, конечно, накидывай. Блин, ты интересный. Смотри, оп. Оп. Видал тактика, галактика? Хорош, ну, Шелли, конечно, бомжиха, но... Что с нее взять? А, я за тик играю, блин, думаю, что я так на кольте четко играю. Так, пойду еще накину им бомбочек. Я не знал, что они там стоят. Ну, вы хотя бы Мортиса забрали. Забрали, забрали. Тихо, у нас еще звезда синяя. Ой, ты сдох, зачем? Я не увидел, как ты сдох. Ты звезду синюю отдал. Подожди, сейчас и будет. Я сдох. Понимаешь, тут только ты должен тащить, мы вообще ни о чем. Шелли, живи, брат. Дура тупорылая. Нормально. 12-17, у нас чуть-чуть времени, давай. Ну, Шелли, блин, не надо ей умирать. Ей бы куда-то спрятаться. Шелли, не умирай, плиз. Так, давай. Надо их прессовать. Давай. Да. Ну что ж, апаем тика на 35-й ранг, если наберется 100 тысяч лайков. Всем пока.